Сейчас вышел на берег реки Мизунка. Снимаю ее для вас. Здесь небольшие пороги, дальше мост. Здесь на берегу реки строится парк. Большие пороги у реки Мизунка, вообще на реке Мизунка. На реке Мизунка. Вот так вот. Вот так вот это выглядит. На заднем плане предгорья Карпат. Сейчас более детально еще исследую парк. Постараюсь выйти на мост, который выше по течению находится. Оттуда снять что-нибудь и буду дальше гулять по выгоде, ожидая Карпатского трамвайчика.